На центральном московском ипподроме отгремел уже традиционный автофестиваль «Кросс-ипподром». В этом году его провели в четвертый раз. Посетители могли полюбоваться выставкой уникальных машин, посетить мастер-классы, прокатиться на рейс-такси, но главное – понаблюдать за уникальной гонкой, собравшей пилотов из самых разных классов. У нас есть кроссовики, кольцевики, ралли-рейдовики, трофисты. Ну, в общем, куча всяческих нездоровых персонажей, которые вообще в обычной своей спортивной жизни с друг с другом никак не пересекаются. А здесь они все вместе борются, они знакомятся, потом уходят в соседние дисциплины покататься. Дрифтеры у нас там и сегодня есть, да. То есть просто вот такой праздник, хороший, большой, семейный праздник. Гонка представляла собой 30 заездов в 10 классах, 3 из которых детские. На старт вышло больше 50 пилотов. И это, знаете, такое соревнование души и тела, потому что скорости на московском ипподроме самые большие. Нету ни одной больше трассы ни в Москве, нигде здесь такая скорость. Вы представляете, трасса практически 2 километра и очень плавные повороты. Такой скорости, я вам сейчас скажу, я еду на 6 передачи. Да я бы седьмую включила, если бы она у меня была, но у меня ее просто нету. Поэтому это прям и страшно, и здорово, и весело, и интересно, и очень соревновательно. Ну, поскольку у меня сегодня только демонстративные заезды, и мы показываем технику, лидирующую в чемпионате России, это топовая техника, которая едет и на чемпионате мира, эти автомобили, и Европы. Шкода, например, последние лет 5 выигрывает чемпионат мира. Можно сказать, что очень интересно, я ожидал, что будет гораздо медленнее, но с учетом такой длинной прямой, торможение перед ней даже у меня вызвало пару нервных дерганий рулем, чтобы удержать дугу и не погасить совсем скорость. Изначально предполагалось, что гонка пройдет на заснеженной трассе, но оттепель внесла свои коррективы. Грязевое покрытие позволило развивать большие скорости, управлять машиной было сложнее. Зато так интереснее и зрелищнее. Соперники конкурентные, гонка сложная, потому что грязь, слякоть, и непонятно, где есть зацеп, где-то лужа, то ты останавливаешься, то ты разгоняешься. Надо привыкать к трассе и следить постоянно за машиной, отлавливать ее. Но даже несмотря на погоду, праздник, по словам организаторов, удался. И они уже приступили к подготовке программы фестиваля «Кросс-ипподром» следующего года, который, как обещают, преподнесет зрителям массу сюрпризов.